Александр Лукашенко поддерживает предложение президента Украины провести в Минске международную встречу по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Владимир Зеленский сегодня предложил организовать в Минске переговоры с участием глав Украины, России, США, Великобритании, Германии и Франции. Александр Лукашенко, конечно, уже знаком с заявлением своего украинского коллеги. И, как отметили в пресс-службе главы Беларуси, наш президент абсолютно поддерживает предложение Владимира Зеленского. Эта позиция неизменна и заключается в том, что нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий. Нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало. Также в сообщении отметили, Александр Лукашенко неоднократно говорил о том, что эту проблему должны решать три наших славянских народа. В частности, об этом президент заявил осенью прошлого года на форуме регионов Беларуси и Украины. Мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно, и где нет того доверия, которое должно быть. Мы готовы это сделать, но только ради одного – ради мира. Эту проблему должны решить мы. Мы – три славянских народа. Это наша беда, это наша проблема. Ни европейцы, ни американцы, ни кто-то другой. Это мы должны решить эту проблему, чтобы она не была заморожена, по примеру других некогда горячих точек на постсоветском пространстве. Если нужно включить Беларусь в этот процесс, мы будем абсолютно действовать в разрезе договоренности двух государств для того, чтобы на этой многострадальной земле, на востоке Украины, был мир. Мы, если и придем с севера к вам, я хочу, чтобы это военные некоторые услышали в Украине, то мы придем на комбайнах, тракторах, на троллейбусах и автобусах. Мы никогда не придем к вам на танк. Повторюсь, мы не просимся ни посредниками, ни миротворцами. Мы просто за вас переживаем. И если мы что-то сможем и можем для вас сделать, в этом плане мы готовы. Впрочем, как подчеркнули в пресс-службе президента, если Украина настаивает и предлагает участие других игроков, мы такой формат поддерживаем также. Тем более, что и об участии США в разрешении данного конфликта Александр Лукашенко уже давно говорил. Без американцев решить эту проблему будет сложно. Уж слишком они погружены в данные процессы. Что касается места проведения переговоров, то здесь не может быть двух мнений. Война у нашего порога, и в Минске всегда считали и считают за честь быть площадкой для мирного инициатив и переговоров. Столица Беларуси, напомним, выступает в качестве переговорной площадки фактически с самого начала конфликта на Донбассе. Лидеры стран Нормандской четверки встречались в белорусской столице в 2015 году. Тогда и подписали Минские соглашения. Сами участники переговоров не раз отмечали безальтернативность Минской площадки.